Всем привет, Макс Риск, подпишитесь на канал мой и на канал Макс Риск, основной канал, да, запасные каналы. Так, переходим к Швейцарии. Мне интересно, если я там тоже туда зайду, будут нападать на него? Слава богу, не напал. Просто я хочу хоть одну страну, такую, что будет хорошо жить. Россия мне нападал. Ой, что-то лагает. Ну прикиньте, дайте захватить весь мир хоть в одной игре. Не, дуль с маком пока. Да и прошу, лагает. Отлично. Так, как говорится, пора уже что-то делать. Пора захватывать. Но если твоя планета. Ты что-то что да, съел три куска, один этот чувак съел. Вообще-то мы сотрудничаем с ними. Коним. Так, для дефа. Вы остаешься. Ты все, да? В принципе. Мы там хотим захватить. А давайте, нам нужен уголь, всяко такое. Так, а тут что? Кстати, могут две тут тачки поехать. Например, здесь. Для дефа. Так, тут одну тачку ставить, а остальные пойдут сюда. Вот. Захватим, значит, Италию и всё. Хоть эта страна мне радует, слушайте. Половину карты захватим. Вот круто. Да-да, там говорят еще уголь, нефть, всякое такое. Ну, говорится, не столько железа, что можно что угодно построить. То есть, это не так. Сейчас 51 строить можно. 251. Я так сейчас уже не хочу в игры играть. Ой-ой-ой. О. Они. Ну я и конечно, если честно, извиняюсь, но какого черта ты захватил? Я тут раньше нет сразу ты а фабрик нет, тысячу нужно иметь, тысячу чем-то, тысячу один все будет, находишь на меня, получишь, понял меня. Так, ну тут можно крепость обычную, деньги тратить, а че на как-то лень, да? 22 часа. Так, 1001. Как там еще нет сил к этому? Давай. Так. У нас будет столько коней. Что не читать. Коней нужно 280. Да, там уже другое. Хватит, так всегда, как говорится. Твою магнитолу. 75 рубля. Также хотя бы вот так вот сделать, это не хочу ресурсы тратить. Тут у нас хоть сколько там на плюсик. Повержено, в чем дело, блин? 85. Нужно здесь расстроить это все. Но повторяется
Я не знаю. Если так будет продолжаться, то в шок. И куда мне не деться? Не, ну хоть тут у нас какая-то страна, да, блин. Ты чё за что какой-то ров улучшил, блин? О, тут у нас есть. Так, нужно свои что-то делать. Буквально нужно еще где-то у нас 30. Это чувство, что никогда такое не закончится. Но в принципе можно надеяться. И все врага. Ах, повержено, денег нет, бро. Морву продать нужно за деньги. Так, а железо? А чё, как-то меняется экономика в лучший его. Ух ты, нефть сколько подорожало. Реально, покупаешь за 13, продаешь за 14. 7.4, ну все. Вау. 7.8, и газ подорожал. Ха, что происходит с миром? Реально, в Европу. Там во все есть фронты. Я про этот еще. Ну, вроде не так сильно, но что-то есть. Что-то претельственно. Снова коллекция. Ну, вообще, как так вот. Я не знаю, куда ведет их. У меня есть глаза, у меня есть войско коней, блин. Могу даже напасть на кого. А вы что? Хватит кусочек. Так, ну если я отступлю, то как насчет такого движок, так скажем, продвижение. Что-то ходит вечно, что-то мутит. Ой, нас тут, кстати, можно завалить эту. Я пошутил. Он тебе не страну можно, в принципе. Такими шагами. Объединиться полностью, да, так скажем. Когда он придет? В день 10 часов. Ну да, далековатенько. В принципе, у нас хороший тут, так вот и тоже тут хороший. Если мы захватим больше, будет класс. Да, в принципе. Не хочу нападать. Не хочу. Опасности везде. Это страна топчик, поэтому хочу здесь быть. Есть что построить. Покажите хоть, чтоб я радовался. Ну, да, за Швейцарию так же сытно, но... Что-то захватим, то он тоже говорит, что он захватит, мы станете тоже так захватить. Сегодня сражаться не хотелось бы. Мы разделяемся, не показываем, сколько у нас войск полностью. Да. Так. Идем сюда, чтобы было
какая-то хоть сила. Ну что ж, здесь были Италия, за Италию мы играем. Давай поражайся, посмотрим. Как-то, знаете, интерес пропал. Чё за фигня? Чё, Испания напала? Не понравилось. А ты где, Фейси? Какого-то чёрта не понял. Чё. Блин, а Россия, ой, какая активная, блин. Сколько не Америка, блин. Реально, хай уже становится воином. А то активно я стал. Не возьму, ой. Так, ну на, куда ты нападешь, то мы нападаем, да, говорится как. Кусочек тут съест, кусочек там съест, блин, кусочки. Любишь есть. Понимаю специально, что я ничего не кусил, да. Это похитрее. 2 дня 4 часа. Ну, в общем-то, все, хватит с этой игры, достало они уже. Все проиграны, ну, хоть пообщаемся. Это нормально. Да, чувак. Ой, программе. Танта, Швейцария, помоги мне, помоги. Зачем меня убил? Напишу. Интересный вопросик. Когда он проиграет? Я хочу, чтобы он проиграл. Так сильно хочу. Что за фигня? А вы с наши? То есть я за всеми наблюдать буду? Я. Офигеть. А, нападалка, блин. Напал уже на Италию. Ух тебя. Вообще-то, всем удачи, пока. Я уже не могу в эту игру играть, я не могу так достал, а то прикончу. Подписывайся.